Так, смотрите, одуванчик наклеен на полочку. Вот, смотрите, снимаете с вашего объектива, откручиваете КПАН, берете одуванчик на полочке, прикладываете его к внутренней поверхности вашего переходника. Вот таким образом. Отмечаете с внутренней стороны границы посадки полочки. Убираете полочку. В этом месте внутрь, во внутренней части, зачищаете черную краску до металла, потом обезжириваете, вскрываете суперклей, наносите клей не на поверхность, не на место установки одуванчика из тюбика, а наносите из тюбика клей вот сюда, на упаковку. И потом уже зубочисткой или заточенной спичкой берете этот клей, наносите его на место наклейки одуванчика и прикладываете полочку с одуванчиком на 1-2 минуты. Ждете, когда он застынет, и потом можно использовать. Главное, ориентируйте одуванчик, его средним контактом. Точно на красную точку. Вот, чтобы средний контакт одуванчика смотрел точно на красную точку вашего КПАН. Спасибо за внимание. Желаю вам удачной наклейки.